Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Нубию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Вот это то, что у меня отошел сейчас лучник за реку, это, блин, очень важная хрень. К сожалению. Немножко насильственно. Выделься. Блин. Да, Алексей, что-то у вас не заладилось атака. Спасибо, пот, возвращаю. Спасибо лагам. Если хотите, можем завершить. Да, не. Смысленное противостояние. У меня просто еще несколько юнитов не подходит. Продолжим бессмысленное противостояние. Что там, упорочка? Окраден. Так. Надо быстро ходить тут. Надо как-то смотаться. Спасти этот юнит. Я могу поторговать алмазами и серебром. Я это кто? А вот найди меня, люкс. Давай с тобой, у меня хлопок есть. Так, мне бы в арбалеты. Может, прямо с ним есть что поделиться. Смогу ли я спасти юниты хоть какие? Рожай. Ну, блин, ни хрена не спас. Так. Да, блин, еще и стрелять отсюда невозможно. Ой, ё-моё. Так, тут покупаем. В знак своих добрых намерений сделал пилотного разведчика. А нафига я убрал отсюда? Теперь у меня тут медленнее будут строиться районы. Кстати, как выяснилось, у меня бессмертный караван, он проехался по вулкану, который извергался в тот. Караван... Он не у всех бессмертный. Ну,
Я серьезно говорю, вот этот лучник, который отошел за реку, был очень серьезный, потому что я им убивал бы юнит ему. Получается, что теперь перевес по юнитам в его сторону. Так, вообще этот надо на автомат поставить. А это... Кого он меня убил? А, эти варвары. Так, тут стоим. Следующим ходом возьму прокачку на плюс 10, то есть вообще практически неубиваемый будет мечник. Шумер, давай ты не будешь лазить здесь своим дуболомом. Ты мешаешь. Сорян, сейчас я уму. Я на следующий ход уберу. Я поддерживаю Шумера. Ты б мешал? Налево. Так, куда меня тут лучше поставить? Мне, я бы сюда кого-нибудь повел. И мы с ним дружили. Да, печально. Блин, да, жалко лице, этого. Ты хочешь отжать вот один город или как? Как пойдет. Рейну, чтобы клетки быстрее забирала. Ну, я тогда следующим ходом его обратно вниз уведу, тогда... Блин. Не ходи, я сперва его уберу. Дуболова. Членю, прими предложение. Так, тут сейчас надо будет важно... Эти такие валидольные переходы хода. Еще и разлив реки. Корвин, ты можешь убрать отсюда своего разведчика? Не убирай. Блин, тут еще придется.
благодарю. Здесь придется. Корген, прими декларацию, дружба. Я ж уже принял. Но она мне просто не успел, я тебе... Угу. Я тебе еще раз отправил. Дядя Дим, можешь отойти разведчику? Ой, блин, как шумер ты мешаешь, вот трындец просто. Надо пометить с тобой, не дружить в следующий раз. Водичка, предложение. Вулкан-то на одну клетку действует. Рушит на две, повышает на одну. Чё, и тебе мешают? Воюете вы там, воюете. Линия дружбы проблем. Блин, ни хрена не успеваю. Да, да. Апгрейд, тут апгрейд. Члене, а ты что, с ним дружить не хочешь? Да хочу, просто я не... в своих мыслях не... Тут вообще как бы воевать странновато, потому что ну ты не можешь оценить нормально там. Как готов твой соперник войне, это вот интересно. Просто видно, что человек отстает или не отстает. Люкс, тоже был продлим. Блин, подставился. Так, в остальном вроде нормально стоим. Так, а куда я тут веду этого парня? Сюда, наверное. Пингала.
Челинью предложение. Ну это зачем? Ну, на меня американец напал. И... ну да. Не нападал я. Ладно. Пока что. Вот так вот, поляк, вот так вот, вот так вот. Контрзел покинул. Челини, а ты не хочешь кусочек лучика? Лучика счастья. Водичка, а ты? Лучик счастья? А какой водичка возьмет кусочек? Там нет ему кусочка. Никакого. Есть мне кусочек. Уходи. Может, Наску, кстати, захватить вон буду тот еще. Вот маленький кусочек третьего уровня со стенами. Да-да. Лучше, я зеконт раздел покинул. Так, это он больно. О, ему тут еще варвары мешают. Ко мне варвары еще вообще со спины пришли. Да, я вижу. Мои ребята. Так, я думаю, пора уже выкупать клетку и строить правительственную площадь, потому что уже, ну, это не смешно. О, храм Артемиды могу. Кстати, можно было бы. А, давайте следующим ходом паузу, мне очень надо. Вот, поддержу по поводу паузы, мне как раз там на 10 минут цена надо. Так что не воюем, Маури, в начале хода. А пауза по времени надолго? Ну, давайте минут на 7. Можно? Минут на 10. Хорошо, минут на 10. Да, вот этот варвар, конечно, мне в тему тут. Мне надо этот город захватывать и сюда еще город свой ставить, похоже. Или сюда, вот сюда придется. Иначе у меня по лояльности будет отваливание. О, у меня тут скаут бегает. Бездомный док, а ты еще с кем-то там соседствуешь, кроме меня и Морфа? Блин, пока мы ждем, я хочу... Смотрите, какой Окленд говно. Слушай, может, мы еще блок надо создадим? Как можно... Я не сильно опоздал. Ждем тебя очень долго. Приношу извинения. И уже стал с собакой побежал. Ой, ладно. Так, Маури, мы договорились или нет? Сейчас надо понять, что мы воюем дальше или нет. То есть уже можно так вот базарить нормально. Я могу тебе отдать несколько ресурсов там. Мне этот город. Так, нужен. Американец, ты отводишь свои войска, ну, и я спокойно живу, мы договорились или нет? У тебя есть где селиться, Маури. Я вон вижу, у вас много места. Давайте отжимаем паузу уже, все пришли, че. Сейчас, подожди, Люкс, нажми. Люкс, нажми на паузу. Я свою отожму. Давай, американец, в общем, союз и валим всех. Отвечаю. Люкс, ты тут? Я тут, я нажал, только я не помню, она у меня была нажата до этого или нет. Ну давай я сразу пережму, если сейчас пойдет игра. Да, значит, просто начинаем воевать, когда Люкс отожмет паузу. Согласен, Маури? Ну ладно. Смотри, что могу предложить. Хорошую религию сейчас создам. Все, я готов. А вот что тебе остальные, вот что тебе не могут предложить? Все, тогда. Ничего. Раз, два, три. Твою маму.
всякой хрени пооткрывалось. Водичка, но если что, я отошел от Люблина. Хорошо. Спасибо, американец, мы договорились, да? Все, ты уводишь свои войска? Да, да, увожу. Уважаю. Ну, я через Краков пройду, правда, но увожу. Через Краков, который станет американским. Я так понимаю, где-то в Польше есть нефть. По-любому. Ну, вообще, весьма вероятно. Ну да, полмира сейчас захватит, скажет, ну, где-то здесь должна быть нефть. Сейчас найдем. Маури, а ты там что, все так плохо? Ну, он атакует мой город. Неплохо так, причем атакует. Да, смотрю, слушай. Стены начали потихоньку. Ну, он, наверное, убьет мне этого мечника. Что, уже ж ничего не поделать, но я зато вперед продвинусь и буду его юниты убивать. Леша, а тебе же есть вон там влево куда-то. Не успел! Так, эти все юниты у него походили, да? Блин, пошли его эти уникальное говно. А теперь, Алексей, вы не хотите мир заключить? Нет. Так а чем город-то вы собираетесь брать? Ну что, я юниты не куплю, что ли? Сейчас снизим до нуля у него защиту и заберем. Я город этот заберу, ну, так или иначе. Нормально. Я не понимаю, ты что с этим городом, ну, так? Среди, ну, вот сколько тебе еще крови надо пролить, я не понимаю. Вот сколько тебе жертв нужно. Давай мир заключим. Стен уже нету у него. Геноцид поляков. Ура, геноцид. Из поляков резервацию сделать. Мальчик полосатый бежит. Помогите, бедный Польш. Ей уже ничто не поможет. Помогите бедному Марио. Что за реликвия? След апостола. Похоже, вот картошку кто говорил, не знаю, что это такое. Филин, не оскорбляешь чувства верующих. Чё не понимаешь? Мор. Вот почему ты не хочешь серьезно мне помочь? Ты мог бы сейчас, у него тут вообще лучников. У не наш дружба с ним, почему он не хочет помочь? Ну скоро же она должна закончиться там. Он бы мог уже на Напату напасть, разрушить там ее. А, Напата? Перс. Давай ты сейчас вот чуть-чуть развернешься. Да. И пойдешь вот чуть левее. Вот там Филадельфия вкусная. Хватай. Не успел походить вообще. Как в смысле вкусная? Она возле вулкана. Так я люблю возле вулкана, лол. Там речка отделяет. Лол, здесь тоже речка отделяет. Иди давай, хватай вот эту Филадельфию вкусную. Давай, да там, ты видишь, как она далеко от его городов? Там речка некрасивая.
В смысле некрасивая? Ну, ты видишь там болото? Нет, не вижу. Вырубишь, чё, чё? В смысле? А Шрек держит меня. Ну вот, Шумер я просто специально мне мешает, видите, еще военный лагерь строит, выкупил эту клетку специально. Поверь, я этого стою. Я думаю, к концу партии мы будем хотеть, чтобы была Россия и играла Калинка-Малинка, а не Челинья. Его каждый может замьютить. Да нет, весело же наоборот. Каждый может, но никто не хочет. Три юнита постреляло и не смог убить. Так. Готов. Предательство. Удар в спину. Готов. Что случилось? Как не умер? Один хп оставил. Ты... Реально, посмотри, ну сколько там, один хп? Два. Я не знаю, Маури, я тебе буду просто юниты убивать тут и все. У тебя нету шансов. Стены ты уже не починишь. А, у меня, кстати, еще через три хода арбалеты. Вау. 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 Да-да. Да если бы были бы пушки, я бы удивил. Блин, что-то я немножко себя переоценил. Кто это сказал? Я. Правильно, ты вот... Ну, давай как бы союз, мир и на вот американца. Вот тут не, вот зайдёт, щ... вот тут прям... Не, погоди, я сейчас просто осадную башню подведу и все. Ну ты попробуй. Сейчас я тут как... японцам что не замучу. Правда, вряд ли, конечно. Японец уже в микрофон сказал. Да-да, палитесь, палитесь. Важно, он... иначе он сейчас апнется на плюс ну, 10 от стрельбы и хана. Важно его убить, вот этого чувака. Чисто но... за рекой американец стоят, твои войска просто смотрят на город такие. Я близнец. Пограбить ему железо, да и все. Отлично. Чему он нравится? Так. Нет, что ты тут армию ведешь? Маленькую. Маленькая армия для больших дел. Больше вот, ну вот как-то ты делаешь, понимаешь, неправильно. Строишь районы для чуваков, как бы. Алексей, где я строю сейчас район? Ну, вот, центр коммерции. Ну ты как он строился уже до этого, только как мне напали. Я готов принять ваши условия, но с тем, чтобы вы потом сейчас со мной союз. Тут дело в том, что Маури, что теперь-то я его и так заберу и без тебя этот город. Я теперь хочу посмотреть, смогу ли я следующий забрать, вот в чем дело.
Ну, так ведь. Чё, пили Маури? Или не пили? Пили Америку, я считаю. То есть вы отклоняете, да, мое предложение? Понял, ты смотри, вот мне сейчас... Ну, если ты согласен два города мне уже отдать, тогда согласен. Меня? Они, ты уверен, что они... Чем они придут? Рыцари? Ну, нет, явно не в это время, потому что... Ну, у тебя там твои рыцари, самураи. Вот потом. Член, я тебе уже предлагал, Тройственный Союз. Ну да, я как бы тоже. Ну да. Я уже поляка реликвии выбил, как бы, это... Рэкетирье. Не знаю, как там у других, но по сравнению с другими я вроде не отстаю еще. Поэтому могу повоевать по сравнению с другими соседями. Шумер, а ты как насчет союза там прочего? Да не вопрос, давай, как хочешь. Вот опять 2 хп оставил. Так. Все-таки успел стену построить. Ты? Молодец. Просто я... Ты в город стреляешь, я из города по тебе. Только прикол в том, то, что мои хилиц. Ну, у меня... А мои урон не получают, что я тебе могу сказать? Сами юниты, я имею в виду. Привет, Конг. Привет. Чилия. Да, вот нехватка лошади, конечно, сказывается. Нет, я поклоняюсь вулканам. Так будет правильно. У тебя есть вулканы? Да. Тащись. Блин, только плюс 2 получается. Я вместо так ведука воткнул промзону на 1. Круто. А члени тебе сделать, кину тебе понравится. Так, тут надо сюда вести, да? Блин, хорошо. Оценил, да? Слушай, ну у меня есть алмазы, давай что-нибудь обработай там у себя. Только не киты. Янтарь какой-нибудь. Янтарь, ну, попробуй. Ну, не сейчас. Жемчуг какой-нибудь, там что-то такое. Жемчуг один. Страдать мне. Фига там у тебя городов уже. Да мало у меня городов, что вы пристали-то ко мне? Ты не пристал? На свою науку с культурой посмотри, блин. У тебя в два раза больше науки и культуры, чем у меня. А сколько у меня науки и культуры? Посмотри. На экране циферки. Ну это что, много, типа? Ну это больше, чем у меня. И вообще, ну у тебя города есть как бы? Ой, всё. Знаешь, я представляю такие, ты на галере такой сидишь, там твой какой-то оратор такой не спрашивает. И мать, у тебя больше науки. А у нас в квартире газ, а у вас? Да, только долго юнитов нету быстрых. Только сейчас лошадей обработал. Шумер. Может мне Наску захватить еще параллельно? Ой, шуми. Короче, этот сапер водочка. Вот. Никогда не ставь вот так вот кампуса под джунгли, который может вырубить твой сосед. Лол! Я походил мечником, и он не вернулся туда, откуда я походил. Вот бред. Я его под горы поставил. Но свет запомнил. Да ладно. Не умер. 1/10 очка не хватило, чтобы основать религию эти входу. Тащи религию. Любую.
О, фашизм, хочу фашизм. Основатель фашизма. Чё город не растет, блин? Лёша, а ты все-таки у Маури забираешь этот город или нет? Все может быть. А то у меня тут дилемма стоит. У него 11 лучников этих. Он забирает город. Да, я забираю. А что у тебя за дилемма? Тогда уже нету дилеммы. Да вы меня сейчас пилить будете просто. Не, Шумер, если ты собираешься на Маури нападать, то я против. Как бы я его забираю. Это... Если у тебя в другую сторону ты захочешь глянуть, то тогда могу помочь. Шумер, что-нибудь отвечать будешь? Я думаю, думаю, Лёш. Не, ну, Маури, если ты забираешь, окей, забирай. Я просто думал, тебе самые нижние города нафиг нужны. Самые нижние — это Руатория и Каяпои, ты эти имел в виду? Ну да. Ну, то есть ты хочешь, чтобы я забрал только один город, а остальные ты, да? Шучу, конечно. Говорит, нафиг тебе нужны, говорит, остальные города. Вот этот один ты заберешь, без ничего который. А остальные там вот с ресурсами, с районами, я, наверное, сам уже, да, Шумер? Кто тут с Ирваном воюет? С Ирваном? Не-не-не, это вулкан у него там. Просто смотрю, это половина жизни у города осталось. А я как раз туда войска веду. Да, что-то я лучников... Лёша, а что, что? Насчет союза, Лёш, чё? Ну, я готов. Но у меня союз будет только через 6 ходов. Ну, у меня тоже, в принципе, где-то так же. Как откроют, тогда кину. Дальше. Японец... Сделка. Польша, конечно, хорошо отбивается. Блин, три хода и три очка. С помощью великого магистра, конечно. А зачем ты делегацию отправляешь? Что, куда? Я? Чтоб союз заключить. Так это не надо, я в союз еще не вышел. Я имею в виду, делегация не нужна для союзов. Всю жизнь меня обманывают. Люкс, предложение. А кто тебя так обманывал? Мой разум. Делегация — это повышение дипломатической видимости. Ой, Мерик, ладно, давай, Мерик, короче, утомил ты меня, ну сколько можно? А, то есть она столицу открывает? Ну, типа того. Один из вариантов. Слушай, Японец, не хочешь там
отбить войну персу, потому что он тут Гданьск захватывает, а тут... Мы так, блин, дружим. Мне одно очко надо. Да, да. Ну, тут... Наемники... Так, ну мне надо лошадей просто купить, если всадников... Насчет Гданьска не переживай, я его, скорее всего, разру. Чтобы у нас дипломатических конфликтов не было. Неплохо, неплохо. А может и нет. Там просто китаец сверху мою Сибирь захватывает. Ну, пусть Сибирь берет. Всех спалил, да? Так мне здесь кажется, уже не, всех перепалили. Не, ну что, 58 ход, это уже слишком много, тут пора палить, да. Слишком долго сидим. Ох, сейчас тебе будет. Вот смысл ты, Маури, эти юниты строишь, они у тебя умирают в этот же ход. Ты куда пошел? Ты куда? Я не могу. Почему я в этой игре? Там показывают, 100% убьет. Уже третий юнит. Я оставляю 1 хп. Вот, американец, сколько тебе осталось? У твоего разведчика ты мне расскажи. Если не секрет. 4. 4. Ну ладно, показывает, как будто 0. Лёг, что думаешь о союзах? Хорошая штука, да. Мог спрашивать, да? Бог, это ты? Да-да-да. А, да, конечно, конечно. Да, чё-то... Если у тебя есть возможность... Война не задалась. То... Ну, то я тебе окажу потом услугу хорошую дружбу. Медвежью, да? Нет, зачем медвежью? Я с друзьями так не поступаю. Перс, можешь отойти с этой клетки, на которой ты стоишь? Перс, вали вообще отсюда, я не могу. Перс, разведом можешь отойти? Разведом? Да, сделку. Блин, я когда-нибудь построю тут что-нибудь. Так, мне надо... Мне нужен... Лошадь нужна. Кстати, да, тут у японца поверье все очень хорошо, так что в будущем. Не волнуйтесь, у нас тут тоже. Ну, у японца и по науке очень хорошо. Ну, это, так сказать, стандартно. А за японца кто играет? Это секрет, найди. Челинио? Если Челинио, то там, конечно, проблемы будут. Мистер Ди. Да. Как ты думаешь, у нас в будущем могут быть проблемы? Понял. Какие проблемы? Сейчас. Ну да, мне получается все нужно, пожалуйста. Иначе, ну да. Я не могу тоже, блин, тоже надо как-то там я экономить. Понимаю. Они же потом на меня пойдут. Тут вот знаешь, вот эти вот там 100 голды не помогут никак тебе. Помогут. Они сейчас город мой спасут. Я тебя уверяю. Японец, мы же с тобой друзья, забыл? Друзья, товарищ. Шумер, предложение. Хватает денег на всадника. Шумер, предложение. Ну ты что, ты мне сейчас не можешь? А, так... слушайте, я и так... Нет, мне очень нужно. А что я сделал? В средневековье вышел, ладно, понял. Хорошо. Арбалеты. Клетку купить. Кому, мне клетку купить? Ему очень нужно купить клетку. Шутка была, не сп... Ну да, такое.
У меня такое иногда бывает, не обращай внимания. Чё, Наски объявить войну? 45 у него, правда, сила. Чёрт, как... Не зашла шутка по тебе. Ну, Наску надо захватывать. У меня Defender. Ты нас не интересуешь, за... Ну да. У меня мастер боя собачки, стиль собачки, как бы все. Обращайтесь. Нет, вот смотри, японец. Я могу с тобой очень хорошо союзами обмениваться золотом, наукой. Тут вот у меня городов мало. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! У меня плюс 4 золота идет, мне все разграбили. Я не смогу...